Полесья славим праздник Спожинки. Празднику Спожинки слава! 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 Матери-кормилице слава! 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 Деткам и пращурам нашим слава! 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 Роду прародителю слава! 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 Добрым молодцам здравия! Добрым женщинам здравия! Благодарим земле русской слава! Женщинам доброго здравия! Мира и лада! Счастья! Мира и любви! Чтобы здравия сила духа процветала! Чтобы предки и пращуры помогали здоровью наших потомков! Чтобы были сильные девицы, сильные молодцы, матери сильные, юноши росли красивыми, здоровыми, мудрыми. Здоровья, мудрости, лада, мира, рожали детишек красивых, счастливых, здоровых. Чтобы были внуки и правнуки здоровыми, сильными, мудрыми. Здравия, здравия, здравия. У нас родовой столб. Он олицетворяет нашу силу, силу каждого рода. Нам нужны женщины, берегини, которые могут прославить эту силу, оберечь ее. У нас есть молодцы славные, которые защищают Русь. Русь нашу светлую, Русь чистую, матери. Отцы и дети сохраняют отчизну. Хранила ли ты огонь предков и пращуров наших, Русь? Хранила огонь предков и пращуров наших через века и тысячелетия. Если молодец от севера, возьми светоч. Светоч от востока. Молодец славный, возьми светоч от юга. Молодец славный, светоч возьми от запада. От родов и народов славянских подожжем наш родовой костер с севера, с востока, с юга и запада. От каждого рода. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, разгорайся, дай огонь. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. За руку берите, за руку. Да, отправить. Да, за руку. Разгорайся, дай огонь. Посолонь, гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Давайте, давай, закручиваем. Разгорайся, царь огонь, солонка, посолонь. Разгорайся, царь огонь, солонка, посолонь.
чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. За руки. Гори, ясно, чтобы не погасло. Разгорайся, тарь, огонь, голова, ради, посолонь. Гори, ясно, чтобы не погасло. Приступаем к обряду. Береги. Лада Матушка, есть ли у нас в нашем поле Лада Матушка? Приходи к нам сюда, Лада Матушка. Возьми рушник, дорогу жизни, ибо ты Лада, наша Матушка. Дорога жизни – это наш рушник всегда в нашем славянском, русском, русско-славянском мире. Рушник олицетворял дорогу жизни каждого рода. Если у нас великая макошь, ходи сюда к нам, к родовому столбу. Становись, великая макошь. Если у нас здесь роженица, выходи к нам, к родовому столбу. Будешь нашей берегиней. Да. Выходи сюда, берегиня рода, если берегиня рода, выходи. А теперь, уважаемые, мы должны повязать на этом родовом столбе рушник. Рушник вяжется снизу, от земли матери к небу. Ладе матушке, слава! 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 Великой макоши, слава! 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 Берегиня рода, слава! 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 Рожаница, слава! 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 Рушни их вместе! Он оберегал каждый род каждого народа, каждого человека. Род каждого человека в ладу. Великая Матушка, наше слово, чтобы мать, значит, была вот едина, и материнство было вездесуще, чтобы рожались дети у всех народов, значит, силой женственности, силой материнства, ибо Великая Матушка сохраняет эту силу материнства. Значит, делайте так, чтобы эта сила продукт произошла у каждого народа, у каждого рода Руси единой, Руси великой. Пусть рождает земля белорусская сыновей добрых. Пусть рождают женщины белорусские детей счастливых. Пусть природа благоухает в нашей стране и в сердцах наших забудет. Да будет так, великая Матушка. Да будет так. Слава Макоши! Слава! 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 Роженица, выходи к нам сюда. Слово твое. Чтобы рождались в Беларуси дети крепкие, здоровые, сильные, счастливые. Да будет так. Еще, здесь. Берегиня рода. Значит, роженица, слава! 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 Берегиня рода. Все силы земные и небесные сохранят наш род славянский. Пусть будет у нас все так хорошо, как создал
нас Бог и сказал, нам надо жить и все беречь. В каждом семье, в каждом роду берегиня сохраняла эту силу берегини, чтобы мужья, женщины и дети были обережены оберегом этим, оберегом славным, оберегом мудрым, оберегом ладным. Да будет так! Слава берегиня, берегиня рода! Слава! 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 Когда мы подносим хлеб каждому человеку, это значит, что все внимание мы уделяем именно этому человеку, чтобы его род был крепок и сильный. Он должен что-то пожелать своему роду, народу, сегодня, в такой важный день, непростой. Это его пожелание. Потом мы принесем требу богам и предкам, чтобы это исполнилось. Поэтому это очень сакральный и важный момент, ибо хлеб – основа жизни. Вот. Пожалуйста, левую руку на хлеб. Thank you.
хлеб – основа жизни. От земли матушки, родам русским и народам славянским. Благодарим тебя, матушка, чтобы рождались в твоем роду сильные дети, сильные девушки, чтобы внуки и правнуки твои были в красе, в силе и в ладу с природой, со всеми народами. Чтобы было так. Благодарим тебя, матушка, за хлеб. Благодарю тебя, батюшка. Мы сейчас совершаем великую требу. От земли матери, на небо батюшки, родам и народам Руси во благо. Сегодня этот день непростой. Мы каждое желание, которое было заложено в этом хлебе, приносим богам и предкам нашим, ибо за каждым из нас стоит предки и пращуры наши. Предки и пращуры наши стоят за спиной каждого из нас. И чтобы то, что вы заложили сегодня в хлебе, основе жизни, оно исполнилось. Мы приносим эту требу, потому что мы требуем, мы стоим крепко на своей земле. Мы не просим, мы требуем. Это земля наша, наших предков славных. И мы должны требовать, чтобы в каждом роду было здравие, мир и лад. Да будет так, от света приходит, к свету восходит. Этот хлеб мы ложим на камень, а латырь. Потом каждый возьмет по кусочку хлеба, мы отловим. Он занесет себе домой, чтобы это исполнилось, это желание. По нашей древней традиции, самый сакральный, самый главный обряд внутри нашего круга будет происходить сейчас. Земля – наше тело! Вода – наша кровь, воздух – наш дух, огонь – наша сила. Кто в этом круге хочет выйти, принять имя свое славянское, выходи! Силой ярилы, силой могутной, силой ярилы, силой могутной, силой славной, силой ярилы! Пусть очистится все, что тебе мешало, чтобы ты был очищен от того, что тебе было, что тебе есть. Вокруг тебя силой ярилы, силой могутной, силой, силой огня, силой, силой ярилы, силой огня. Я ж на землю мать-кормилицу, обними ее руками, как мать родную. Крепче, еще сильнее, вся земля, обнимай ее, крепче, как мать родную. Землю, матушку, кормилицу обнимай, сильнее, еще сильнее обнимай. Теперь становись, встань с колен, ты больше не раб, встань с колен. Подними руки в небо бездонное, выше тянись, выше тянись, еще выше, выше тянись. Ты жизнью ответишь за имя свое, силой воды от земли до неба, силой воды от неба до земли. Ветер вольный, ветер вольный, ветер славный, ветер вольный, ветер славный. Дай ему волю вольную, волю славную. А теперь скажи имя свое, родное славянское. Русалит. Русалит. Русалиту на север. Слава. На восток Русалиту. Слава. Слава. Русалиту. Слава. Слава. На запад Русалиту. Слава. Слава. Теперь слово
твое, народ, куда поведешь народ. Слово твое должно быть короткое, сильное. Оно означает твой путь, твоей жизни, Иерусалим. Поэтому слово народу. Веду его к Руси. Великой. Единой. Да будет так. Становись к родовому столбу, будешь нашим соратником. Прижмись крепко, ибо ты теперь с родом, и род с тобой. Надо помочь каждому народу нашей родины. Здесь, у вековечного дуба, она дает тебе силу рода, чтобы ты нес ее, как силу духа, силу тела и нашего славного дела. Давайте Русалита поздравим. Пожелайте ему в жизни того, что вы считаете нужным. Стремление стремиться к своей цели достигать. Благодарю. Да будет так. Пожелайте Русалиту. Спасибо, что сопроводите. Благодарю. Желаю тебе счастья и доброго. Да будет так. А ты хочешь пожелать? О! Варим! Обними его так, да. И тебя тоже. Да. Кто хочет пожелать Русалиту? Мужество. Варим. Хорошо. Давайте ему. Мудрости. Итак, пожелайте ему чести и благородства. Благодарю. Давайте. Зашлите. Можете обнять его. Полищука! Давайте Русалиту. Крепкого рода, крепкой памяти ваших предков. И жить, и работать, и служить для рода человеческого, славянского, для вас. Мудрости и побед. Да будет так. Хорошо, становись наш друг. Русалит теперь наш соратник. Он у нашей Руси единой, Руси великой, будет совершать ратное дело. Теперь мы приступаем к нашему обряду. Обряду у дуба вековечного. Прошу молодца встать спиной к дубу. Теперь, молодцы, ваши ноги, как корни этого мощного дуба, они в земле крепкой, в земле славной, в земле матушке, шире еще крепче, шире, шире. Ваши руки, как ветви, обнимают этот вековечный дуб, чтобы сила, эта древняя, мощная сила, пребывала у вас. Сила пребывает от корней, пребывает сила от ветвей. Ствол ваш между ветвями и корнями наполняет вашу силу внутри огнем. Огонь – это та сила, которая пробивает корни и ветви, дает мощь воина. Поэтому вы чувствуете эту силу. Оклады рода. От рода клади. Оклады рода. От рода клади. Ладно, ладно.
От рода Вадя. От Влады. От Влады круто. От рода Влады. От рода Влады. От Влады круто. Глубокая символика. То есть все начинается от женщины, от круга. Протягивает сюда дорогу. Мужское начало и женское начало, они являют себе вселенскую жизнь, жизнь вселенной. А внутри у нас хлеб, вот, это земное, и рушник, рушник, дорога жизни. Ибо в каждом растении есть сама соль, поэтому хлеб и соль означает земную жизнь, которая расположена на рушнике дороги жизни. Сейчас у нас будет такой вот древний обряд. Каждый взял отсюда, с этой сварги, себе домой там 5, 7, 9 или там 11, 15 колосков. Это основа, как хлеб, основа жизни, но он происходит. Вот когда мы видим хлеб, он уже произошел от чего? От зерна. Зерно проросло, дало стебель, дало колос. И опять упало на землю мать-кормилицу земном. И проросло. Это вечный принцип, который идет круговорот в природе. Поэтому символ, это называется рожь. Но у нас называется это жито. Жито, то есть жизнь, понимаете, которая прорастает вот, через мать-землю в небо. Вот, оно прорастает к солнцу, к ярине. Поэтому это очень важно понимать, что это сварга, это то, что происходит вот с каждым четродом, с каждым человеком, с каждым живым существом. Поэтому зернышко, вот это, оно несет в себе силу, силу жизни. Поэтому давайте будем по... Значит, у нас сегодня вот... Солит у нас сегодня получил имя на лечение, поэтому просили бы вас вот там колосков там, 5, 9 или там, 10 взять вот отсюда с нашей сварги.
держит правой рукой, мужчина левой рукой. Это жизнь Вселенной, которая объединит всю жизнь во всей Вселенной. Жизнь земная. В каждом роду была сила рода, сила духа, сила тела, чтобы мы могли сохранить вот эти полоски до следующего кола. Потому что мы говорим от кола до кола. Вот. Это значит с одного круга до другого круга, от кола до кола. Ибо там у нас в вселенской жизни есть хлеб, вот, который створяет жизнь земную, и рушник, дорога жизни. Чтобы в каждом роду была сила рода, сила духа и сила тела. Роду прародителю слава! 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 Пошли теперь к огню нашему. Этим родовым костром, чтобы хранительницы, каждая женщина хранила огонь предков и пращуров наших через века и тысячелетия. Женщина – это символ нашей жизни, нашего очага, любви, чтобы в каждом роду была сила любви, здравия, и хранился этот огонь, ибо берегиня рода есть та женщина, которая всегда с тобой. Это касается каждого рода. Теперь мы прославим тепло в каждом роду. Значит, опустим твоей матери земли. Тихонько, все дотронуться до земли матери. Ручники, чтобы не носить. Да, от земли. Земле матери слава! 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 Слава роду прародителю! Слава! 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 Теперь идем к родовому столбу нашему. Вот так. И по нашим законам, чтобы это родовой столб, мы должны это куло, вот, чтобы его поднять вот так вот и одеть на него. Кормилице слава! 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 Предкам и пращурам нашим слава! 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 Чтобы в каждом роду, который вы придете к себе домой, нести эту славу, силу тепла, силу рода и силу лада. И вот идите теперь к каждому роду, к своему дому, с колосками, силой духа, силой тела и нашего славного дела. Всем низкий поклон, доброго здравия, мира и лада. А теперь можно пройтись закалка духа по углям. Чур Чурила, стар-престар. Чур Чурила, ты сиди-сиди, посиживай. Ты сиди-сиди, посиживай. И гляди-гляди, поглядывай. И ходи-ходи, похаживай. Всю нечисть от нас отваживай. Чур Чурила. И сиди, посиживай. И гляди, поглядывай. Отваживай! Чурила! Сиди, посиживай! Гляди, поглядывай! От нас всякую нечисть отваживай! Переходим на бег! Плавно!
Чур-чур-чурила. Сиди-сиди, посиживай. Гляди-гляди, поглядывай. Всю нечисть от нас ухаживай. Всю нечисть от нас ухаживай. Стараемся. Быстрее, быстрее, быстрее. Можно чуть-чуть дальше. Чур-чур-чурила. Сиди-сиди, посиживай. Походи, ходи, покаживай. Еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Слава! Слава!
тебе, солец, доброго здравия. Благодарю. Это да. Тобой, да? Это можно съесть. Нет. Доброго здравия. И вам доброго здравия. Может, есть, да? Доброго здравия.